Исламский мир отмечает окончание Великого Поста. На праздничную молитву в учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках собрались около 5000 человек. Поздравить мусульман с Ураза Байрамом приехал и глава Химок Дмитрий Волошин. Хочу сказать вам теплые слова от себя и от моей семьи. Пожелать вам добра, уюта, тепла в ваших семьях, чтобы у вас все задуманное исполнялось, получалось. А мы были тому, как это полагается, на местах для вас подспорья. Спасибо. С великим праздником. Дмитрий Волошин вручил благодарственную грамоту имаму городского округа. В ответ Камиль Манапов поблагодарил руководство муниципалитета за заботу и понимание мусульманской общины. Спасибо вам огромное, Дмитрий Владимирович. Я надеюсь, что такое плодотворное сотрудничество, оно продолжится. Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Волошин отметил, что несмотря на различия в вероисповеданиях, все праздники химчане отмечают вместе, и в целом религиозные торжества очень ценны. Религиозные праздники, они укрепляют веру, они объединяют людей, они дают сплоченность. Всегда все дружат на всех праздниках. Мы всегда все вместе сидим за одним столом и едим из одной тарелки, как это принято говорить. После обязательной молитвы правоверные разъедутся по домам, где их ждут праздничные столы с различными угощениями. Приглашаем всех. У нас на втором этаже в этом комплексе есть, мы дали завтрак. И потом продолжение у нас будет мусульманский центр Химки. Дома уже накрыты столы. Сегодня как-никак праздник. Жены, наверное, всю ночь не спали и готовили. Вот. И готовятся они к празднику. И сейчас домой, если попадут, они же попадут к праздничному столу. А еще в Ураза Байрам каждый может без приглашения прийти в гости. Однако не стоит забывать, блюда могут быть очень калорийными. Главное, не переедать.